А вот там крестьянин работает, видите? Сейчас он встанет. Вон. Что он там выдалбливает, кто может сказать. Бе-бе-бе, вот так именно что. Я отупевший, иду по шоссе. Шла Саша по шоссе, шла Саша по шоссе. Поезда, 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 поезда. А я считаю, что хороший дом. Вот просто такой квадратный дом, это тоже уютно. Любая форма, она представляет собой некую, опять же, монаду, индивидуальность, с которой нужно обходиться с должным уважением. То есть, если ты архитектор, ты должен понимать, что форма может тебе очень сильно отомстить, если ты относишься к ней без уважения и без понимания. Хорошая прогулочка. Очень даже. Мне нравится. Опять же, насколько я слышу, вот так вот частые облачка говорят о смене погоды. Но это я тут не специалист. Как сказал у нас один чувак в нашей распущенной школе имени Гнесиных, что-то яйца чешутся. Наверное, к дождю. Вот тут рынок. Ну, мы все уже это проходили. Мама. Естественно, кто прибил эту птичку? Наверное, ее, я так думаю, машина сбила. Строительный рынок. Абсолютно типичный.